Друзья, доброго всем здравия, с вами Майтрей, это очередное видео Академии Счастья. Сегодня поговорим о том, как справляться с подавлением и выходить из неприятных ситуаций. Дело в том, что каждый человек так или иначе бывает в неприятных ситуациях и выходит из них подавленным. Чтобы справиться с этим, важно быть соединенным с душой по каналу совести. Это дает вам возможность получать подсказки, куда двигаться, как двигаться, и вы избегать будете тех ситуаций, то есть у вас будет везение, вы будете в потоке. Есть вещи, которые разъединяют вас с каналом, по каналу совести с вашей душой, и эти вещи важно убрать. То есть мы это делаем с помощью процессинга, аудитинга. То есть мы убираем те вещи, которые вам мешают. Я задаю вопросы, направляю вас, и, соответственно, когда мы получаем то, что канал совести восстанавливается, вы начинаете жить совершенно по-другому. Вы начинаете делать те действия, которые наилучшим образом для вас и тех людей, которые вас окружают. Соответственно, вы не будете подавлены. Для того, чтобы получить бесплатную консультацию и узнать, как восстановить канал совести с душой, пожалуйста, напишите мне в личные сообщения, и я отвечу вам, мы договоримся о времени консультации. Я желаю вам счастья, друзья, гармонии, любви и всего доброго. До скорой встречи!